Сегодня, друзья, здесь возле Ритц-Карлтон большой такой день гольфа. И народу понаехала тьма тьмущая. Нам даже не удалось запарковаться там, где мы обычно паркуемся. Да, парковались мы вот на этой вот стояночке, что перед вами. Вот так люди в гольф играют, видите? Мирно, красиво. Знак говорит, чтобы налево просто так не ходили. Это для дорожка для гольфовых машинок. Вот такой элемент декоративный. А вот в таком же ключе, но побольше фонарик. Так видно, стиль такой. И те, что там подальше, тоже они так выполнены. Если понравится, друзья, давайте вот дома себе такое сделайте. Тут живописно, конечно. Вот и сам отель Ритц-Карлтон. Ничего особенного. Так, чисто внешне. Нормально все. Все как у людей. Видел сегодня там плакатик. Говорят, пожалуйста, там $655 в ночь. Ритц-Карлтон в Хафмун-Бэе существенно дешевле, чем, например, в Сан-Франциско. Особенно, если там новогоднюю ночь вы хотите. Такие события. А вот тут газ горит. И вечерком, когда уже прохладно делается, вот тут поджигают, и в общем теплее от этого. Кто это, друзья? А это Светлана. Thank you.
Спасибо.